Друзья, сейчас будем делать мазь от грибка ногтей. Многие пишут, что у них почему-то не получается. Нужно взять обязательно уксус 70%. Одно яичко. Нужно отделить белок от желтка. Отделили, желток остается в шкорлупе. Затем берем уксус 70%. Наливаем ложку уксуса. Выливаем. И начинаем все это дело взбивать. Должна получиться белая мазь. Вот видите, она прямо на глазах сразу появляется. Вот получается вот такая вот консистенция. Она чуть-чуть постоит, желток еще, белок еще свернется в уксусе и получится мазь. Эту мазь наносите на пораженные участки ногтя, грибок.